За терактом в столице Бангладеш стоят местные боевики, а не ИГИЛ. Об этом заявил министр внутренних дел страны Асаду Замахан Хан. Ранее группировка взяла на себя ответственность за атаку в Даке. Напомню, в пятницу вечером вооруженные террористы напали на ресторан в дипломатическом квартале столицы и захватили заложников. В ходе операции полиции удалось освободить 13 пленников. 22 человека погибли. Это двое полицейских и 20 заложников. Среди них граждане Италии, Японии, Индии и США. Силовики ликвидировали 6 боевиков. В связи с терактом в Бангладеш объявили 2-дневный национальный траур.